В Москве завершил свою работу 11-й съезд политической партии «Справедливая Россия». На нем было принято решение о объединении трех партий. «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в единую политическую силу. Председателем избран Сергей Миронов, сопредседателями Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Юридическое объединение, по словам партийцев, ознаменует начало нового этапа консолидации левопатриотического движения. Лидеры новой политической силы уверены, что смогут на равных конкурировать с крупнейшими партиями страны. Являюсь с первых дней образования партии членом этой партии. И, конечно же, такие изменения, такие преобразования дают уверенность, что партия будет жить, и выбранный путь будет вести к новым успехам и победам. Историческое событие происходит сегодня в жизни нашей страны. Три партии объединяются в одну силу для того, чтобы дать серьезный бой всем остальным претендентам на места в Государственной Думе. Это объединение важно не для партии, важно для нашего народа, потому что наши люди, россияне, давно ждут прихода в Государственную Думу силы, которая будет отстаивать их интересы. Интересы социальной справедливости, социального равенства, интересы людей труда.